Всем привет, мои дорогие! Я забрала вчера заказик Faberlic, а сегодня я хочу с вами рассмотреть, что я там заказала, есть новиночки, и кое-что мы протестим сегодня, девочки. Так, с чего же начать? Ну, давайте я начну с новинки. Это вот шампунь, такая шампунь для осветленных волос. Она синего цвета. И заодно я заказала бальзам-ополаскиватель. Точно такой же серии, тоже синего цвета. Ну, если у кого-то желтизна у блондинок появилась, то с этой желтизной мы легко справимся вот с помощью этого шампуня. Вот этот шампунь я сегодня буду тестить вместе с бальзамом, как раз пора голову помыть. И очень интересно. Ну, Faberlic я такого еще не видела, не встречала. Поэтому вот это что-то новое для меня. Что еще новое для меня? Я взяла имбирный напиток, девочки. Имбирный напиток вот такой. С медом, лимонником и шиповником. Это для повышения иммунитета. В общем, надеюсь, иммунитет у меня теперь повысится. Его нужно пить 2 чайные ложки на стакан горячей воды. Разбавлять и пить. Тоже я хочу это протестить сегодня. Мне интересно, какой он там на вкус. Ну, а еще, девочки, я же худею, я же пью первый, второй этап я еще пью. На второй этап я брала 2 пузырька, один метаболизм ускоряет, а другой контролирует тягу к сладкому и к мучному. В общем, я пока что второй этап пью, и мне еще один еще пузырек не допила, потом второй мне нужно будет. Ну, я уже заранее решила запастись. Третьим этапом это контроль. И пусть он у меня уже будет, стоит. Вообще, конечно, девочки, вот что я вам хочу сказать. Помимо того, что принимаем мы, допустим, какие-то вспомогательные вещества, во-первых, это не лекарство, если кто-то там думает, что я какие-то лекарства там пью. Нет, это БАД, это пищевая добавка. Она на вкус, как травочка такая, знаете, там просто прессованные какие-то растительные вот вещества, растения. Поэтому просто пищевая добавка, ничего в ней такого вредного нет. Ну, если только у кого-то, может, аллергия на какие-то определенные виды растений, но мне нормально заходит, и все. Вот, в общем, короче говоря, я взяла, чтобы это у меня было, чтобы уже потом не беспокоиться, а вдруг не будет там наличие или еще что-то. В общем, пусть будет. Дальше, девочки, у меня внучка один раз оставалась ночевать, и зубную щетку забыли взять. В общем, я решила приобрести зубную щетку для внучки, чтобы она у меня тут была. Потому что внучка у меня теперь частенько будет находиться. Ну и, по крайней мере, чтобы у ребенка была вот здесь зубная щетка. Зубная щетка это 6+. Ну, ей 5,5 лет, но она ей, в общем-то, уже подойдет. Вот, так что у Настюли теперь есть зубная щетка. Ну и заодно я взяла зубную пасту. Ну, зубная паста 3+, это клубничка. Я не стала брать 6+ зубную пасту, потому что, ну, пока что еще она до нее не доросла. Я не знаю, что там у нее в составе, поэтому, в общем, пусть будет 3+.
Дальше, девочки, я взяла мицеллярную воду. Мицеллярная вода у меня заканчивается, у меня была другая. И сейчас решила взять вот именно вот эту вот фирму. И она с гиалуроновой кислотой. В общем, здесь такой немаленький, в общем, пузыречек. Надолго хватит. 200 миллилитров здесь. И буду пользоваться ей, в общем, для снятия макияжа. Ну, в ней вроде бы ничего такого особенного нету. Сейчас понюхаю. Ну, запах обыкновенный, в общем, такой приятный, нормальный запах. Как, знаете, освежающий лосьончик. Дальше, девочки, я взяла вот такой вот бальзамчик для губ. Я такой уже брала, и мне он очень понравился. Но так как я бальзамом постоянно дома мажусь, вот, кстати, сейчас на мне такой вот бальзамчик, и поэтому он заканчивается у меня быстро, при том, что я люблю, чтобы он у меня был и в сумочке, и здесь, везде под рукой всегда. Вот так что я взяла еще один. Еще, девочки, я взяла тряпочку для стекол. Вот такая тряпочка, вот она такая голубенькая. А есть у моей дочки, я ей там пользуюсь, мне она понравилась. Это из микрофибры, салфетка для очистки стекол. Вот такая вот. Она действительно очень хорошо зеркала, вот пальчики, если остаются на стеклах. Ну, так легкая пыль оседает. В общем, быстренько раз-раз прошелся и удобно. Чтобы стекла не мыть, если они прям не грязные. Ну, какие-то пальчики вот стереть, это очень удобная вещь. Я взяла себе. Еще я взяла вот такой вот укрепляющий патчи для кожи век. Вот такие патчи, которые под глаза. Но это тоже я хочу протестить попозже. И, в общем, вместе с вами мы это попробуем. А еще вот я впервые взяла тоже вот гидрогелевый патч и скраб для губ. Вот такой вот. Здесь скрабик, здесь патчик для губ. Но мне интересно тоже попробовать. И такое я еще не пробовала. Для меня это новинка. Ну и новый каталожик. Каталог 17. Вот каталог. Я люблю листать. Здесь много что интересного уже на следующий период есть. Ну и первое, что мне уже не терпится сделать, девочки, это мне не терпится помыть голову вот этим шампунем и потом бальзамом все это закрепить. В общем, шампунь синий, я уже открывала, проверяла. Надо мыть аккуратно, чтобы не заляпаться, иначе неизвестно потом отмоется или нет. Но я как-то другой фирмой пользовалась таким шампунем и хочу вам сказать, да, оттеночек легкий появляется. Дальше потом после мытья нужно будет на влажные волосы нанести бальзам, подержать, написано 3-5 минут для того, чтобы ну, уже как бы закрепить этот эффект. И потом смыть водой. В общем, я сейчас это все проделаю. Потом высушу волосы. Для чистоты вот эксперимента, для того, чтобы уже вы увидели разницу. Сейчас посмотрите, как выглядят мои волосы. Ну, в общем-то, они светлые, но легкие где-то желтизна, где-то она проскальзывает. Ну и посмотрим, что будет уже после мытья, да? Ну что, девочки, я к вам вернулась, голову помыла вот этим вот синим шампунем. Ну, что я хочу сказать. Я, в общем-то, рада, что у меня голова не посинела. Легкий-легкий такой вот, знаете, как осветляющий немножко голубизна. А, может быть, и есть, но вам виднее, вам судить.
Но, по крайней мере, да, желтизна, может быть, чуть-чуть ушла. В общем, я думаю, что периодически можно таким шампунем пользоваться для того, чтобы вот эту желтизну убирать, потому что она периодически появляется. Вот. Ну, в общем-то, я результатом довольна, по крайней мере, шампунь синий-синий, и поэтому я боялась, как бы вот сильный такой оттенок голубизны не появился. Но он не появился, прекрасно, я рада. А сейчас я хочу протестить имбирный напиток. Я уже чайник нагрела, вода должна быть 80-90 градусов, ну и, в общем-то, 2 столовые ложечки, 2 чайные ложечки на стакан воды сейчас залью и будем пробовать. Открываем пачку. Здесь есть такой замочек, очень удобно замочком потом все это закрыть. Такой беленький порошок. Сверху написано. Ой, пахнет как-то приятно. Так, и 150-200 миллилитров воды. Горячий, но не кипящий. Ну, пусть будет вот так. Размешаю, дам чуть-чуть постоять. Я кипяток тем более не могу пить. Ну, пусть минуту-две постоит и будет нормально. А вот это мы сейчас закроем вот так вот. Оп, и закрыто. Все, класс. Ну что, девочки, давайте попробуем, что ли? Ой, вкусненько. Знаете, вот этот напиток напоминает мне чай с медом и с лимоном, потому что здесь и мед есть, и лимонник есть. В общем, такой приятный, легкий. И знаете, немножечко, как будто немножко перчинка там какая-то есть. Но она не мешает, не сильно отдается такой немножко отдаленный вкус. Я думаю, что вот утром вместо чая можно такой напиток выпить и побежать там на работу или куда-то по делам. В общем, если это даст какой-то иммунитет дополнительный, я буду только рада. В общем, пью, допиваю. Вообще здесь в составе мед, лимонник, шиповник и имбирь. И я думаю, что вот эту вот остриночку, как, знаете, перчиночку, наверное, имбирь дают, потому что я вкус имбиря не знаю. Я его как-то вот не употребляла никогда в пищу. Остальные ингредиенты мне, конечно, знакомы. И, в общем, такой вот, как бы сказать, напиток неплохой. Неплохой. Так, ну и теперь давайте красоту наведем. В общем, я беру вот этот вот, это для глаз патчи. Они тут открываются где-то. Открываем. Вот такие штучки, они находятся на пленки. Пленочку надо снять и липкой стороной прикрепить вот сюда под глаза. На 20-30 минут написано. У них такая как бы липкая сторона, она как прилипает. Ну и здорово, прекрасно. Ну, пока у меня будут тут глаза, мои веки приходить в порядок, в чувство, да. Заодно и губки тоже. Надо поухаживать за губками. В общем, в верхней части здесь находится скрабик для губ, а в нижней части патч с гиалуронкой увлажняющий. Но там написано, нужно сначала удалить с губ все, что там есть. А у меня там есть бальзам для губ, немножко карандашика, влажные салфетки, вот эти вот, кстати, для удаления макияжа, кислородное дыхание. Вот такие у меня салфеточки есть. В общем, я все удалю салфеточкой этой, очистим все это. Так, ну и теперь давайте вскроем мы скрабик. Лучше ножницами было отрезать. В общем, такого розового цвета скрабик надо нанести на губы и слегка помассировать.
приятно, так пахнет вкусненько. Вот, ну, помассировали, теперь надо это смыть. Хорошее ощущение после скрабика. Губки мягкие такие стали. Вот, ну и вот теперь вот такой вот патч на губы нанесем. И нужно этот патч держать от 15 до 30 минут. Ну, в общем, короче говоря, все это я, наверное, в одно время и сниму. Ну что, вот закроем сейчас, чтобы я молчала. Снимается вот эта штука. Ой, как желе, девочки. Вот такая штука, как желе. Ну и все, наносим на губки. Я той стороной нанесла или нет? Интересно, в чем разница? Наверное, на какой-то стороне будет лучше держаться. Девочки, прошло 30 минут. Я полежала. Лучше, конечно, полежать, чтобы не съезжали эти патчи. Особенно вот этот досъезжал. Вот. И все, патч этот сняла. Распределить можно остатки по губам. Очень такие мягкие, нежные губы стали. Ну, вот эти патчи тоже мне уже пора снимать. О! Все. Не знаю, насколько я похорошела, девочки, но, по крайней мере, получила удовольствие, полежала, поухаживала за собой. В общем, здорово, хорошо. Ссылочку на Фабелик я оставлю внизу. Девочки, заходите, очень много новиночек, очень-очень много. В этом каталоге много разных-разных новиночек. Заходите, смотрите, может быть, что-нибудь выберете для себя нужное, полезное. Уход за волосами, за лицом, за кожей, за телом, за всем, за всем. И одежда, там всякая разная, обувь есть, все, что хотите. Заходите, выбирайте. И еще, пока я лежала, я подумала о том, что имбирь, вот этот вот напиток имбирный, ну, для меня вот слишком, как бы сказать, немножко крепковат и сладковат получился, так как он сладкий. Я думаю, что может быть просто чуть-чуть меньше, но там написано ложка сверху, две ложки сверху, сверхом, да, может быть, не с большим таким верхом, а с маленьким верхом. В общем, короче говоря, ну, нужно просто уже понять, какой напиток, у всех людей разные вкусы, да, какой напиток, какой такой вот крепкости, консистенции, по сладости и по вот этой вот остроте немножечко такая есть, острота легкая, кому как подходит. Вот, ну, я просто в следующий раз сделаю чуть-чуть послабее, и мне очень даже подойдет, и мне очень даже понравился этот напиток. Ну все, девочки, я на этом хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока-пока!